Так, на том же месте, в тот же час, 23 марта, 2014 год, Харьков. Здание областной государственной администрации, кордон милиции. Сегодня здесь у нас проходит митинг. Митинги про, будем говорить, антимайдановские. Там он вчера, помимо просто левых сил, серп и молот, серпами и молотами на знаменах, вчера были только они и с украинскими флагами. Сегодня я вижу, подтянулись уже и с российскими флагами. Ну, как по мне, так коллаборационисты. Учитывая, что Крым оккупирован, аннексирован, с моей точки зрения это по-другому не называется. Люди, которые выходят в такое время в Украине с российскими флагами, коллаборационисты. Так, там черное какое-то, черно-желто-белое. Ну, это, по-моему, русские националисты. Не знаю. Можете где-то сами уточнить. Так, и сегодня же, сейчас 12.08.09 уже, наверное. Сегодня же возле памятника Шевченко. Бликует у меня экран, не вижу, куда вообще. Сейчас переключусь на. Возле памятника Шевченко должен быть митинг за единую Украину. Сейчас подъедем и туда. В общем, 12.08.09, это уже 12.10 по Киеву.